Не запускать. О, листочек, листочек, берем листочек тут. Вот еще, смотри, сколько листочков. Нифига себе. Так, тут нормально все у нас, да? Так, это у нас будут более скоростные такие. Бежать, давай с лапками делаем. Так, и... Да, Дуда, 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 Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы начинаем играть в игру «Боевые гусеницы». И у нас идет первое задание. Нужно посмотреть золотое задание. А золотое задание у нас при третьем уровне использует только эти элементы. Значит, ножки и защитный панцирь. Хорошо. Похоже, что враг оставил после себя большой запас пушек. Используйте это меню, чтобы выбрать пушки и другие элементы перед каждой битвой. Кликай на иконки вроде той, что вы видите сейчас внизу. Понятно. Мне нужно вот эту взять штуку и вот эту штуку. Ну и все. А зачем мне тебе брать? Мне сказали только эти брать. Эти мы и берем. Так, нам нужно накопить листочки. Мы посмотрим сейчас, у нас враг. А враг пока у нас не готов. Давайте маленьких выпустим. Посмотрим вот таких вот небольших. О, видишь, он с пушкой идет уже. А у нас задание без пушки пройти. Не знаю, справимся мы или нет. Он-то стреляет. Нам нужно больше вот таких двойных маленьких выпускать. Так, одного съели, хорошо. Сейчас этого будем есть. О, ребята, ребята. Смотри. А я думаю, мы выиграем. Так, главное вот эти гусеницы выпускать. О, листочек, листочек. Берем листочек тут. Вот еще, смотри, сколько листочков. Нифига себе. Так, тут нормально все у нас, да? Так, это у нас будут более скоростные такие. Бежать. Давай с лапками делаем. Так, и собираем листочки. О, тут листочков много, смотри. Ну, неплохо, неплохо. Я думаю, мы выиграем. Смотри, сколько гусениц у меня. Нифига, яблоки, яблоки пошли. Так, собираем яблоки. О, тихо, тихо, тихо. Ох, нифига у меня команда какая. Так, мы сейчас выиграем. Спокойно причем. Спокойно, ребятушки, мы сейчас выиграем. Так, и все. Победили. Мы, ребята, победили. Собрали кучу яблок. Хорошо. Добро пожаловать в меню обновления. Отсюда вы можете потратить яблоки и звездоплодника, часто видного. Обновить сегменты и новые рубы. Вы можете вернуться сюда в любое время с помощью кнопки меню обновления на экране выбрать цены. Хорошо. Так, что это у нас тут? Боевая гусеница? Так, ладно. Ладно. Знания. Это штука фиолетовая. Фиолетовая обшивка прибавляет здоровье без негативных эффектов. Добавьте немного здоровья вашим боевым гусеницам, чтобы получить конкретное преимущество. Ладно, идем в следующее задание. Поздравляем, вы выполнили золотое задание. Золотые задания — это дополнительные цели для каждого уровня. Чтобы узнать больше, нажмите паузу во время игры. Хорошо. Так, следующий уровень. Давайте посмотрим. Золотое задание. Так, золотое задание. Пройдите уровень, тратя не более чем 1000 листьев. Выполните все золотые задания. Ага, 1000 листьев. Хорошо. Попробую. Так, купить место для дополнительного элемента. Ну, давай купим. Так, это тоже можем. Ага, 150. Фига, у меня столько нет. Хорошо. Давайте купим вот этого револьверчика, возьмем и с пушечкой. Но нам нужно потратить не больше 1000. Не больше 1000, так сказать, листьев. Хорошо. Так, сколько мы сейчас потратили? Кто помнит? Так, 200 мы потратили. Так, это будет 300. Это будет 400. Так, смотрим, что у нас там. Ага, 400 листьев уже потратили. Так, 400. Нет, подожди. Да, все, 500 листьев мы потратили. 500 листьев, ребята. 600 листьев. И 700. Все, 700 листьев мы потратили. Но у нас еще можно еще потратить. 800. 900. Так, не больше 1000. Не больше 1000. Ну давай пока остановимся на этом. Ё-моё, смотри. Давай тогда еще возьмем вот этого. Так, ну давай одного такого выпустим. Да не. А как убрать? Убрать. Так. Давай еще вот так вот выпускаем. Все. Это будет ровно 1000. Да, не более 1000 написано было. Ладно, будем. Пока не будем никого делать. Все, ждем. Нам главное 1000. О, яблоки собираем быстрее. Так, мы должны выиграть, по идее. Вот этого сейчас огромного мы уничтожим. Не знаю, получится или нет, ребята.
Но задание такое, как бы, золотое задание, так сказать. А, будем стараться выполнить. Не знаю, получится у нас или нет. Ё-моё, у нас два осталось этих гусениц. Не знаю, конечно. Что у нас там? Один остался, ё-моё. Давай тогда еще одного этого выпускаем. Не получится у нас, наверное, такое это задание выполнить. Ладно, идут такие гусеницы у меня. Мощные. Давай защитой выберем. Вот, и сейчас... где у нас еще листья есть? Листьев больше нету? Ё-моё, надо побольше-то выпускаем. Ладно, если мы не можем выполнить золотое задание, будем тогда так драться, сами по себе. Потом как-нибудь. Пройдем в следующий раз. Так, гусеницы у меня достаточно мощные. Давай этого быстренького сделаем, который быстро-быстро будет бегать. А ну посмотрим. О, нифига он резкий, смотри, как он бежит. Вот, и этого сейчас выпускаем новенького. Ой, давай, быстрее. Ну, как бы он быстрый, но он и умирает быстро. Давай с автоматами. Вот, как бы две пушки. Вот такого будем выпускать, чувачка. А вообще, желательно еще нам защиту прокачивать. Вот, эта гусеница будет у нас огромная. Так, давай еще вот так вот, с пушечкой. Вот такого выпустим сейчас. Ой, давай. Ё-моё, смотри, что творится у нас. Да, гусеницы мои. Но они пока у меня идут. О, надо собирать листочки. Ну все, сейчас мы должны выиграть, ребята. Вон, видишь? Все, сейчас. О, начинаем разрушать их дерево. Все, победили. Мы выиграли. 58 мы собрали яблочек. Ладненько. Идем дальше. Рейд миссии Battle Files вылукается из вашего дерева с течением времени. Как они люк, вы можете совершить набег на вражескую базу, чтобы собрать удивительные награды. Используйте кнопку рейд. Запустить рейд или проверить ваши успехи. Хорошо. Так, следующее задание у нас. Давайте посмотрим задание. Так, пройдите уровень только гусеницами, у которых есть от 4 элементов. Выполните все задания, чтобы получить что-то потрясающее. Ага. Только есть от 4 элементов. Хорошо. Типа, значит, 4 можно. Элемента. Тогда от 4. Раз, два, три, четыре, пять. Надо вот таких вот больших, короче, выпускать. Ну все, выпускаем больших гусениц. Раз, два, три, четыре. Так, это тоже считается же, да, от 4? Ну, наверное. Должны выиграть сейчас, ребята. Видишь, какая большая гусеница у меня идет. Раз, два, три, четыре. О! Мы тогда вот этих больших будем выпускать. Почему бы и нет? Здоровье у меня большое. Я думаю, мы сможем выиграть. Так, а мы собираем еще листочки. Так, листочка больше нету. Отправляем наших воинов. Ой-ой-ой, убили одного. Так, смотри, сколько у них бегут. У них целых 3 аж. О, конечно же, нам будет сложно. Так, от 4. О, сейчас я большого прям выпущу. Ой, убили. Так, вот огромный у меня несется, смотри. Вот, еще один бежит. Давай, нам нужно побольше таких вот гусениц. Прям я буду большие собирать. А, убили, ё-моё. Смотри, ребята. Вот это сложный уровень у меня будет. Раз, два, три, четыре. Все. Тогда больших пятерых не будем делать, будем таких не сильно больших. Четырех, так четырех. Да, тяжко. Раз, два, три. О, нет, они сейчас начнут мой уничтожать. Замок. Ах, да ё-моё. Давай. Нет, придется маленьких выпускать. По-другому, ну никак. Офигеть, они, смотри, уничтожают. Где еще листья? Так, тут листьев больше нету. А, вот, смотри, листочек. Да, смотри. Ой, все, уничтожили меня. Офигеть, я не смог. Не смог. Все, проиграли. Поражение. Так, опыт на распродаже. Что это такое? Получить эксклюзивный VIP-пакет бесплатно. Ага, спасибо. Мне ничего не надо. Я сам буду добывать. Давайте попробуем вот этих штучек. Готов рейд. Давай, рейд врага.
Так, Battlefi, армия готова к нападению, враг, дерево. Так, хорошо. Нам нужно здесь... Так, а что мы здесь делаем? Мы просто будем смотреть... А, яблоки собирать, хорошо. О, это ядовитое яблоко, его лучше, наверное, не собирать. Хорошо, не буду. Ой, упало яблочко. Так. А белый, а зеленый тоже можно, да, собирать? Хорошо, главное фиолетовый не собирать. Так, 86 яблочек у нас. 87. 88, 89. 89 яблоко собрало, спасибо, хорошо. Так, фрукты собраны, 31. 31 яблоко. Угу. А такое разве можно было ядовитое собирать, я не помню. Так, следующий люк будет в час, через час. А, офигеть. Хорошо. Давайте еще раз попробуем, сразимся. Угу. Давай сразимся. От 4. 1, 2, 3, 4. Ну давай попробуем. Я не знаю, получится так или нет. Так. 1, 2, 3, 4. Если мы такие будем собирать, смотри. 1, 2, 3, 4. Ну сказали такое задание, как бы. Ну я попробую. Проверю. Хотя. 1, 2, 3, 4. О, а, видишь, они уже с оружием пошли. 1, 2, 3, 4. Ё-моё. Не знаю. Но по идее мы должны справиться. 1, 2, 3, 4. Так, а ну тут листьев нигде нету. А нет, вот есть листочки. Есть листочки. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, а ну-ка смотрим. Ну, у нас, видишь, бригада большая. По идее, мы, может быть, и вытащим. 1, 2, 3, 4. Так, смотри, какой огромный, смотри, мощный бежит. Так, о, яблоки пошли сыпаться, хорошо. Так, может быть, и вытащим. Так, главное смотреть, может быть, листочки. О, видишь, смотри, листочек есть. Вот еще один падает. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, о, поехали. Ох, нифига, сколько тут яблок нападало, смотри. 1, 2, 3, 4. О, мы выиграли, ребята, нифига себе. Вот, теперь я понимаю. Теперь я понял немножко, как играть. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч, пока-пока.